Шоссе Дачное. Удачное расположение пункта по экспресс-замене масла. Потому что, ну, во-первых, выезд из города в сторону озера Соленое. Во-вторых, ну, есть место, где и машину поставить, и отдохнуть, шашлычок покушать. В тот момент, когда вам в течение 15-20 минут поменяют масло. Но есть процедуры, которые просто так быстро не сделать. Как-то заменить масло, допустим, в автомате или антифриз. Задумались, как это делается? Сложно, казалось бы, да? Какие-то приспособы нужные надо покупать. Так вот, все, что нужно, здесь есть. И приезжайте, и меняйте все рабочие жидкости. Причем за самую демократичную цену в городе. Если кто и не помнит, но страну в 1993-м накормили небольшие торговые точки, появившиеся как грибы везде и всюду. И, честно говоря, если бы убрать откатные схемы, что для России сомнительно, ларьки и сейчас бы составляли реальную конкуренцию мини-маркетам сетевиков. Ну да ладно, что прошло, то прошло. Сегодня количество автомобилей в городе сравнимо с населением Магнитогорска, но в два раза мельче. А то ли еще будет. А надо ли искать, где подешевле? А зачем за заменой масла и шиномонтажом ехать и ехать через пробки? Количество таких пунктов в скором времени будет не менее 10. Количество проблем у конкурентов увеличится многократно, так как здесь обслуживают и ремонтируют автомобиль, экономя ваши деньги, а не вытаскивая их кривыми понтами псевдомастеров. У нас вообще, если честно, мастеров широкого профиля нет, что было доказано неоднократно. Поэтому стоматолог должен лечить зубы, автослесарь менять масло, колодки, фильтра и ремонтировать колеса. Дело это несложное и недорогое. И в 90-х это мог сделать практически любой студент технического вуза. Откуда у нынешних студентов руки растут, говорить не буду. Но специалисты экспресс-сервиса снимут головную боль и у блондинок, и у манагера, и у банкира. Конечно, процедура замены просто масла, она довольно проста. Фильтр выкрутил, сначала масло слил, фильтр выкрутил, залил новое, все. Есть другие процедуры, которые, в общем-то, в гараже самому не сделаешь. Как это все можно сделать сейчас? Да, хотелось бы обратить внимание сейчас на автовладельцев, в которых автоматические коробки передач. С автоматами замена масла как бы всегда проблематичная, доставляет достаточно много времени и денег, опять же. У нас есть предложение, то есть специальные установки на нашем пункте замены масла. Мы приобрели специальные установки, достаточно эксклюзивные. Не каждый сервис это предложит. Именно как раз для замены масла в автоматической коробке передач, подчеркну, полной замены масла. И плюс установка для, опять же, полной замены охлаждающей жидкости. Ну, то бишь антифриз или тосол, это без разницы. Это, да, и она дорого, все-таки надо установку отбивать. Ну, вообще, как бы в любом дилерском центре замена масла в автоматической коробке передач начинается от 2500, грубо говоря, это только за работу. У нас стоимость полной замены масла через аппарат составляет 800 рублей, независимо от автомобиля. Но если захотите, естественно, еще поменять фильтр дополнительного КПП, это стоит 500 рублей. То есть, грубо говоря, полная замена масла обойдется, в автомате обойдется всего 1300 рублей за работу. Но надо еще помнить, что каждые 50 тысяч километров необходимо поменять охлаждающую жидкость. Да, охлаждающая жидкость, она меняется, как правило, каждые 50-60 тысяч, либо через замену масла. То есть две замены масла – это идет замена охлаждающей жидкости. Замена охлаждающей жидкости у нас, наверное, самая демократичная цена в городе – 250 рублей. Некоторые фирмы по экспресс-замене масла меняют только масло. Вы, я смотрю, и гайки крутите, и свечки меняете, и все делаете. Да, у нас есть определенный перечень дополнительных услуг, платные услуги, это, естественно, опять же, цены самые недорогие, включают в себя, то есть, и замена колодок, проверка общего технического состояния, то есть все работы мелкосрочные, которые занимают, как правило, не более получаса. Но также хотел бы обратить внимание, что у нас есть по прайсу перечень бесплатных работ, которые мы здесь проводим, то есть это достаточно интересно, удобно. То есть проверка состояния шин, тех же пыльников, шрусов, то есть полный перечень. А подкачаться у вас 5 рублей или 10 стоит? Подкачаться у нас бесплатно.